Всем привет! Если у вас есть мотор от стиральной машины LG или Samsung, и вам нужно подключить его к 220, то у вас, конечно же, возникнет вопрос, как это сделать, учитывая, что на колодке двигателя 9 проводов. Куда подключить 220? Сейчас я покажу, как это можно сделать. Для этого понадобится вот такая перемычка и, естественно, шнур питания. Вот он, с разъемами для подключения к двигателю. Итак, какие провода нам здесь необходимы для подключения? Ну, вначале давайте мы будем исключать те провода, которые нам не нужны. В первую очередь, вот он, таходатчик нам не нужен. Можно взять маркером, поставить крестик. Вот они, два провода исключаем. Затем нам нужно определить, какие провода необходимы. Мы можем тоже их пометить. В первую очередь мы определим провода на щетке. Вот он, один провод с одной щетки приходит. Поставим вот такую точку. И второй провод также нужно вам найти с другой щетки. Здесь он синим проводом. Учитывая, что здесь три синих провода, вам нужно их прозвонить. Щетки, ну вот он, второй провод щетки, вот он. Так, вот они, две щетки. В этом моторе есть предохранитель, термозащита. Вот эти два синих провода, это идет на предохранитель, поэтому мы их тоже исключаем. Остается три провода. Вот черный, желтый и серый. Эти три провода — это статорная обмотка. Теперь нам нужно последовательно соединить один провод со статора и щеткой. Мы ставим перемычку, возьмем крайний, вот этот оранжевый, и один щеточный. Ну вот так. И затем с другой щетки берем питание 220. И остается два провода статорных. Черный. Итого мы получаем вот такое вот подключение. Сейчас я включаю мотор в сеть. Посмотрим его работу. Ну вот, как вы видели, мотор работает на максимальных оборотах. Еще раз показываю, как включить, где поставить перемычку. На этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.